Добрый день. Сегодня я впервые получил посылку с AliExpress. Никогда не заказывал на этом сайте. Всегда пользовался только eBay. Но в этот раз решил совместить, так сказать, приятное с полезным. Попробовать первый раз заказать на AliExpress. Тем более, это один из самых крупных китайских интернет-магазинов. Точнее, интернет-площадок. Так как магазинов там очень много. Не знаю, что меня здесь ожидает. Посылка дошла очень быстро, за 2 недели, но это потому, что я доплатил 4 с чем-то доллара для того, чтобы посылку отправили не китайской почтой, а через сингапурскую почту. Если вы пользуетесь китайскими интернет-магазинами, то вы, наверное, знаете, что там сейчас начался Новый год по восточному календарю с 18 по 28, кажется, февраля. Доставка не работает, многие магазины не работают. Итак, в посылке должно находиться вот такое вот устройство для фотоаппарата Nikon. Это, как вы видите, кольцо с макровспышкой. Оно одевается либо на объектив, либо вместо вспышки на фотоаппарат. Вот здесь указано, на какие модели его можно одевать, использовать, с какими моделями можно. Наименование этой модели, макровспышки. Цена 36 долларов, но я покупал ее, насколько помню, дешевле. За 30 долларов, я, кажется, покупал. Так, здесь сейчас получится сфокусироваться. Ну, здесь просто номер модели и марка производителя. Ну, вот так вот на фотографиях это выглядит вот так. Здесь можно, как вы понимаете, устанавливать мощность, ну, как на вспышках. Вот так вот выглядит фирменная упаковка. Я надеюсь, там в посылке все так и будет. Как там, я не знаю. Это специальные кольца дополнительные, адаптеры для различных объективов с различным диаметром. Здесь даже, по-моему, указано, вот какой диаметр на каждом. Так. И вот так, как это одевается, как это выглядит непосредственно на фотокамере. Здесь даже показывается механизм, как используются, видимо, адаптеры. По идее, это кольцо очень удобное при макросъемке и при съемке с видеокамерой. Ну, если использовать фотокамеру для видеозаписи. Почему это удобно? Там есть, по-моему, 2 режима. Это режим съемки непрерывно, когда горит, и когда работает как вспышка обычная. Так, приступим к распаковке. Аккуратно. Угу. Наверное, вот отсюда. Чтобы не повредить непосредственно упаковку. Так. Ну, должен признать, что хуже всего упаковываются товары, которые я получал из Великобритании. Это совершенно ужасно. Там просто кладут товар в какой-то пакетик и высылают. Так, здесь. Так, ну вот. Это убираем. Вот непосредственно, по-моему, так же, как и на фотографии, все выглядит. Наименование товара. Да, наименование модели. Фирма производителя. Все так же, вот кольца, адаптеры, кажется, их должно быть 8. Так, здесь 3, здесь 4.
7 колец. Так. Ага. Что здесь еще есть? Ну, инструкция на китайском и английском языке. Мы ознакомимся попозже. Это, видимо, тоже что-то от производителя, инструкция какая-то. Никаких гарантийных талонов и так далее здесь нету. А здесь просто как бы рекламный буклетик, какие модели производятся, с какими камерами и объективами они совместимы на английском и на китайском языках. Так, это позже. Я не знаю, в режиме пилота возможно это проверить. Здесь режима нет, режим пилота есть. А здесь нету, наверное, батареек. Без батареек проверить работоспособность я не могу. Но сейчас так 4 батарейки здесь вставляются. Обычные. Такие же, которые вставляются на вспышки. Вот горячий башмак. Вот непосредственно само флеш-ринг кольцо. Так, здесь, а вот видите, да, как это крепится. Насколько я помню, его, в принципе, можно устанавливать и сверху, но это уже надо будет потом смотреть, разбираться. Ну и напоследок, для примера, один из адаптеров достану. Да, вот здесь, я не знаю, видно будет, да, видно, вот диаметр. На какой объект, для какого объектива он предназначен. Как это будет в эксплуатации, это узнаю, конечно, попозже, когда вставлю для начала батарейки, прикреплю к своей фотокамере. У меня Nikon D5100, это считается бюджетная зеркальная камера. И, возможно, уже потом выложу обзор непосредственно с помощью вот этого интересного приспособления. В принципе, посылка дошла. Все, что обещали, в комплект положили. Я доволен. Спасибо.